будет холодно. Холодно. А где вы проживаете примерно? Хотя бы Богдановке. А улица? Николай Отрады. У нас не отапливают дома. А где вы живете? У меня родители живут в Краснооктябрьском районе, а я в Центральном. Нигде не отапливают, не очень холодно. Вообще безобразие какое. И внуки болеют, маленькие дети. Ну разве так можно? Бульвар 30 лет Победы. И в школах, вот даже я слышу, люди говорят, и в школах не отапливают. Дети все могут заболеть, да не только могут, а болеют все дети. Разве можно вот так вот, как это наши руководители, так безобразно отнеслись к отопительному сезону? Это нехорошо так. А вас отапливают дома сейчас? Нет. А где вы живете? Я живу не в этом районе, я живу в Краснооктябрьском. А там какая улица? Короткая, 23. Ясно. У нас не включили, мы в ожидании, но нет пока. Нет. А где вы живете? Вот в этом доме. А адрес? Советская, 16. Нет. А где вы живете? На Спартановке. А какой улица? Богомольца, 16. Нет. А где вы живете здесь? На землячке. Не знаю, как и сказать. Сказали, что пустили. Ждите, к вечеру будет. Замерзаем по-черному. У меня муж инвалид. Тяжело очень. С чего это вдруг? Вместо 15-го, 23-го. И плюс ко всему в новостях передают, что еще по истечению 5 дней будет проводиться отопление. Это же ужас. Нет. А где вы живете? Красноармейский район. А улица? Столетова, 2. Нет. А где вы живете? Советская, 26. Нет, холодно. Вообще невозможно. Нет. А где вы живете? А вот здесь, в Центральном районе. А какая улица? Советская. По бульвару 17А, там далее. Это котельная Качи. У моей дочери через дорогу, это бульвар, 64 дом. Отопления нет до сих пор. У нее трое детей. Малый дома сидит, простыл. Садик не отапливается. Старший сын ходит в Олимпию. Сейчас дома сидит, горло вот такое. И внучка моя, Ксюша, сейчас дома тоже сидит. Это безобразие. Сейчас отопление есть, нет горячей воды. И отопление чуть теплится. ЖЭУ 60, кажется, 5. Вот. А где я живу непосредственно, вот, ТСЖ «Конкордия». Нет, не включили. А где вы живете? На Семи ветрах Космонавтов. Нет комментариев. Что можно комментировать? Отопления нет? Нет. А где вы живете? На Дзержинском районе. А на какой улице? Шекснинская. Очень холодно. Пожалуйста, включите тепло. Нет. Ожидал вот так вот 23-го. Ну нет, вот так вот и батарея есть. А как вы вообще выживаете? Ну как выживаем? Одеваемся потеплее. А так вот даже спишь, вот это, ну чуть холодно. Да. Ангарская, вот это 102, если приходим, тут мы там. Нету еще. А где вы живете? А вот здесь, Чуйкова, да, Чуйкова. Нет, конечно. А где вы живете? А вот на Советской, вот здесь, 21. Вот на солнышке греюсь. Спасибо большое. Нет, не включено. А где вы живете? Советская, 20. Все делается не для людей. Все комментарии. Раньше было дата установлена, сейчас там градусы, 5 дней, вот с 23-го 5 дней. Как это понять? Мерзнет. Нет, нет, не дали. А как вы выживаете вообще? Ну, потеплее одеваемся, как? А обещают когда-нибудь? Ну, сказали, с понедельника.